Shobon, shobon, kashuta tuta, shobon gine, kashuta tuta, shobon gine, kashuta tuta, shobon sonsin, kazer sen, sanigda bene, kazer sen, sanigda bene. Улан ширде, вагонь, вагонь, Уле хатла, ёбана, ёбана, Уле хатла, ёбана, ёбана, Улан золота, халимгут, халимгут, Улана ясунде, ундат, ёбана, Улана ясунде, ундат, ёбана. Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что вы откликнулись на наше приглашение. My name is Elza, and this is Yulia. This is Elza. And we're all organizers of the Kalmyk Youth Conference. Меня зовут Юля, Эльза и Илья. Мы являемся одними из организаторов Калмыкской молодежной конференции. Our goal is to build a platform engagement and to create spaces for Kalmyk youth to explore the history, culture, and identity. Наша цель заложить фундамент для дальнейшего развития и исследования нашей культуры и калмыцкой истории. We're working towards building a global network of young Kalmyk students and professionals. Наша организация будет прилагать все усилия для дальнейшего сотрудничества и партнерства между калмыцкой молодежью и нашим старшим поколением. Наша цель – вдохновлять, подавать пример всей калмыцкой молодежи, развивать лидерские качества, быть знатоками калмыцкого наследия и передавать свои знания нашим семьям и друзьям. Наша сегодняшняя встреча состоялась благодаря спонсорству и поддержке GoFundMe Page Campaign, где нам удалось собрать $1000 в течение одного дня. We received a total of $918 of the taxes and fees. Мы получили $918 после налогов. I would like to take this moment to thank Anton and Benben Basro, Ella and Jenna Jambinov, Natalie Agushinov Schneider, Dechen Pempa, Tenzin Tasor, Alta and Ubi Barushki. Kalmyk Youth Conference is very happy to present our first lecture featuring Kalmyk historian Elza Bair Guchinova. Professor Guchinova is visiting us from Saint Petersburg, where she is faculty of Anthropology at the European University. Эльза Бэйр Гучинова приехала к нам из России, где она работает ассоциированным профессором в Европейском университете. Her research interests include traumatic past and narrative, forced migrations, ethnic identity, and Mongolian studies. Ее научные интересы входят в вынужденную миграцию, этническую идентичность, драматическое прошлое и нарратив этничность и гендер в постсоветский период. She's a former Fullbright scholar, recipient of the J&K MacArthur Foundation Grant, and a former senior researcher at the Institute of Ethnology and Anthropology at the Russian Academy of Sciences. Профессор Guchinova, стипендиат Фулбрайта, фонд МакАртуров и фонда фонд Фулбольта. Сегодня она поможет нам понять больше о самом тяжелом времени в калмыцкой истории, депортации калмыков в Сибирь. She'll explore and deconstruct one of the most painful times in the Kalmyk history, Stalin's deportation of the Kalmyks to Siberia. Давайте все вместе поприветствуем профессора. Мне очень приятно находиться сегодня в этой аудитории, и я очень рада, что
калмыцком сообществе существует такая сильная, дружная, молодежная организация, которая беспокоится о калмыцкой идентичности, о буддийской идентичности, которая поддерживает всех, кто приехал сюда. We're glad to be here today to see many comments. I'm very happy that there's such an organization like that involves Kalmyk Youth Conference. На Фейсбуке было представлено, что я историк. Имею историческое образование, я антрополог. Я занимаюсь не историей калмыцкой депортации, а антропологией депортационной травмы. То есть изучая депортацию не просто архивным документом, а по воспоминаниям людей и по другим источникам. Но в центре не документ, а человек и его живые воспоминания. On Facebook, everyone saw that Professor Guchinova is a professor of anthropology, and she also she studies the not only the documents in their archives, but she reads the documents and memories of people, and that's what's important. The main focus is on the people's memories, and not the archives and documents. Очень животрепещущих вопросов калмыцкой истории, которые стали возможны для обсуждения только после перестройки. The deportation of Kalmyks was really such a subject which was only brought up after the collapse of the Soviet Union, the perestroika. Существует несколько монографий, написанных об истории депортации, и все они, как правило, написаны историками и реконструируют сам процесс. Это публикация документов, процесс принятия решений и те документы, которые сопутствовали выселению, отпущению на месте и дальнейшему наблюдению. Комендатуры и других главных структур за выселенными людьми. Как вы знаете, калмыки все были депортированы в конце декабря. As you know, Kalmyks were deported at the end of December. 43-го года. 1943. По приказу правительства, соответствии с указом правительства, подписанного с Калинин. The ruling of the government, which was signed by Karim. В один день 93,000 человек были выселены вместе со своими семьями. One day, 93,000 people were deported together with their families. Эта операция требовала больших подготовительных усилий со стороны властей. This operation took big preparation from the government side. Надо сказать, что история депортации, причина депортации и повод к ней оставались такой постыдной семейной историей в народе. Во многом потому, что причиной депортации, вернее, опытом депортации, которую задавали за причину, был коллаборационизм части калмыцкого народа с немецкими The reason for deportation was always a shameful topic for Kalmyk families because they were considered traitors in this way. They basically did not like to talk about it because of that reason. Надо сказать, что все процессы над участниками Калмыцкого корпуса, которые прошли повторные процессы в конце 60-х годов в Калмыкии, они были публичными, они были театрализованными.
заставили повторно задуматься о том, насколько, если коллективная вина волнуется за действия части людей или нет. Калмыки были обвинены, как и другие 14 депортированных народов России, СССР, были тотально выселены по обвинению в предательстве, сотрудничестве с немецкими оккупантами. Калмыкс were accused along with 14 other nationalities, and for it was one kind of like, it was like a theatrical show that we were traitors, and along with other nationalities and minorities in the Soviet Union. Конечно, история Калмыкского корпуса – это особая история, до сих пор она закрытая, потому что архивы принадлежат, находятся в распоряжении ФСБ, и в руках исследователей только совсем небольшая часть иммигрантской прессы, и опять же свидетельства тех людей, которые захотели рассказать. Karachays, Chechens, Crimean Tatars, and also Germans. Надо сказать, что вспоминая о годах депортации, вообще травматическая память как таковая больше всего помнит наиболее травмирующие события. И в рассказах людей значительную часть времени они посвящают первому дню, далее двум неделям дороги в Сибирь, и потом уже последующие 10 более благополучных лет, когда уже люди адаптировались, они вспоминают практически мимоходом. The most traumatic memories from people that were recalling deportation, the most painful was the first day when it was happening, then 2 weeks while we were traveling to Siberia, and they didn't really mention much about 10 years that they lived in Siberia because they did not consider it a hardship. Про статистику и географию расселения. Если вам интересно, я отвечу вопросы. Просто это известные вещи. Но, например, хочу коснуться такого вопроса, как обвинение калмыков в каннибализме и людоедстве. Когда они приехали в Сибирь, их местное население боялось и считало их людоедами. We were told that Kalmyk people were either cannibals or some other kind of monsters, and they
try not to be in touch with them at all. Это не было случайными страхами, потому что слухи о том, что везут каннибалов, распространялись во всем населенным пунктам страны. Before Kalmyks were sent to Siberia, all the locals were informed that cannibals were being sent to where they lived. It was spread around. Если бы советские власти обвиняли людей в предательстве, обвиняли людей в неповиновении советским властям, то Сибирь, известное место высылки людей, место, где лагерей и охранников было довольно много, могло бы послужить наоборот хорошую службу, и сибиряки могли бы не стали бы воспринимать привезенных людей как работу. Как описал когда-то Свит, убийство, инцест и каннибализм – это три преступления, за которые человек исключается из своего сообщества. Well, Kalmyks were called, if the Kalmyks were called traitors, if they were known to locals as traitors, it probably would be easier for people to accept them because there are many labor camps in Siberia where they would be sent. Instead, they were called either cannibals or As Froebel has said, there are only three kind of crimes that are easily forgiven by public is cannibalism, incest, or cannibalism, murder, and incest. It was considered as these three acts could exclude people from society. Поэтому тем людям на местах надо было предложить такое простое обвинение, которое было бы близко к каждому. И известны случаи, когда в каких-то населенных пунктах прерывали занятия в школе, в каких-то населенных пунктах, в одном населенном пункте, приехавших калмыков, закрыли сарай, дом подожгли, потому что они боялись людей. So, in some regions, where Kalmyks were sent, actually, some public schools were closed because they knew that the cannibals were coming. One person was locked in a small house and was burned. And then he just burned down the house. Because they were so yes, because they were Да, кстати, калмыков высылали под Новый год. Это был подарок Берия, подарок НКВД Сталину к Новому году. Это не случайная дата. Мы знаем, что в Карачаях, что балкарцы высылали на 7 ноября, чеченцы 23 февраля, ингуши 8 марта, крымских татар 19 мая, день пионерии. То есть все государственные праздники были приурочены, связаны с насильственными депортациями. All state holidays, all of the deportations of Kalmyks and other nationalities were taking place during national holidays. Specifically, Kalmyks were deported on December 29th, and the eve of the year, it was New Year's Eve, and it was a present from Beria to Stalin. As long as other nations were deported on March 8th, which is National Women's Day, and holidays, and on May 19th. So it was kind of like a gesture to the government
state into all national problems. Если сравнивать разные депортации, то мы можем увидеть, например, я хорошо знаю материал, хорошо знаю, как депортировали армян из Грузии в 1949 году, когда война уже закончилась. Это была совершенно иная депортация, не похожая на депортацию Калмыков. I can compare other deportations to Kalmyk one. For example, when the Armenians were deported from Georgia, and it was not like any other deportation. Калмыки были бедными, можно сказать, сельскими, в какой-то степени, можно сказать, темными людьми. Не было мужчин, они были на фронте, и в дороге они погибали от холода и голода. Kalmyks were dirt poor at that time, at the time of deportation. Many of them were uneducated. Their husbands were not with them, or fathers, because they were fighting at war at that time. So there was nobody to protect them. So during the trip to Siberia, a lot of people died. Читая дневники выжженной армян, мы видим, что тот состав, в который привезли депортированных, за сутки, пока он ждал отправки, был сокращен на одну треть, потому что высланных выкупали родственники за наличные деньги. In case of the Armenian deportation, they were given a whole day to get together, and during that day, their relatives or their friends, they were bailing them out from deportation, paying lots of money, and so by the end of the day, a third of people that were supposed to be deported, they did not go. Эти люди могли по дороге, так же себе, выходить свободно в города, обедать в ресторанах и ходить на экскурсии. These people also, during their stops on the trip, would freely exit their train and go to the town and have dinner or lunch there. They would freely exit their trains. Первая зима была самая страшная, самая тяжелая, и 16% погибших, 16% калмыцкого населения, депортированного населения, погибших, это в основном люди, которые погибли в дороге и до апреля 1946 года. The very first winter when Kalmyks were deported was the harshest and hardest winter because about 16% of all the population, deported population, died during the trip to Siberia. Калмыцкий народ исчез с этнической карты Советского Союза. The Kalmyk people disappeared from the ethnic map of Soviet Union. Вышли новые энциклопедии, в которых не было статьи Калмыцкой ССР, Калмыкии и другие. Из библиотек исчезли калмыцкие сказки. Все, что было связано со словом «калмыцкий», из официальных источников было убрано. Город Элиста стал называться Степной, из республики Калмыкия не осталось. The news and videos that came out during that time were without the word Kalmyk, without the word Kalmyk, without the word Islam. There were no such things erased from all official sources. Even fairy tales, the collection of fairy tales, did not include Kalmyk fairy tales anymore. Instead of, on the map, instead of mentioning Elsta, which was the capital of Kalmykia, they just said, hold this to
survive somehow, they have to work, their children had to go to school, and most importantly, they had to prove themselves that they're not cannibals, that they're good people. Те различия, которые были, были у калмыков в отличие от других детей. Они помнят многое в терминах нехватки. Помнят, что не хватало еды. В антропологии есть такая категория кризисной пищи. Это то, что едят люди, когда еды в принципе нет. In memories of survivors, we often have this terminology. We often remember things in terms of lacking something. There was a lack of this or that. There was a lack of food, so our memory, traumatic memory, remembers something that they're lacking. So these are the things that they remember. Поскольку другим маркером личности является личное имя. В Сибири почти все калмыцкие имена были русифицированы. Например, девочки с именем Кермес записывались как Белла, а очень часто играла роль только первая буква. Для калмыцкого имени калмыцкое имя менялось на любое русское, на ту же букву, на ту же закладку. Many times of the Kalmyk names were often changed to Russian names. For example, like a traditional female Kalmyk name, Kemen, which was changed to Bella. Or usually, a lot of times, the first letter of the first name was a big factor. So they just usually changed it to a name, a Russian name that would start with the same letter. Вопрос о религиозности были закрыты, поскольку монахи были уничтожены социально еще в 30-е годы в Калмыкии, то практически молитвы и другие ритуальные вещи калмыки могли справлять только внутри семьи, без Religion was not available at a public level because back in the 30s, Kalmyk lamas they were forbidden to perform their rituals. It was kind of cleansing back then. So at that point, when Kalmyks were celebrating holidays or there was need of some kind of religious ritual, they could not do it in public. They could only do it inside their own family in a kind of closed space where nobody could see them. Какой личной группе они принадлежат. И как рассказывала, скажу еще, что небольшая группа, какое-то количество людей избежало депортации, или наоборот, фронтовики вернулись в 44-м году на фронт и разрешили, не всем, да, но офицерам. Кто-то бежал из лагеря, и они записывали себя бурятами, монголами, сарканами. A lot of children in Siberia didn't know exactly what their ethnicity was at that time. And I also want to add that some people escaped deportation, which were was a small number of people, but they were usually officers.
came back to the war front in 1944. And it was a very small number of people, but they managed to come back to the war front by stating that their ethnicity was Buryat or Mongol, Tsar Mongol. Известная история дочери поэта Саши Каляева от второго брата. У нее мама была калмычка, папа, мать еврейка, папа калмык, арестованный поэт, народ репрессирован. И ей в 16 лет, в 52 году надо получать паспорт. There is a famous story of Саджи Калмык поэт. Her mother was Jewish, and father was a famous poet in Kalmykia. And so in 1952, it came time for her to receive her passport, Russian passport. Это было время, когда начиналась Белоруссия. That was the time when medical personnel was told to help. Белоруссия – это начало сильной антисемитской пропаганды в СССР. The time of the doctor's business was that time, like there was a period of great antisemitism. И когда у нее спросили, какая у тебя национальность, она сказала еврейка. When they asked her for nationality, they told her that she was Jewish. Глядя на ее узкие глаза, явно присутствие восточной крови, ей сказали, девочка, а другой национальности получше у тебя нет? А она знала, что у нее есть национальность только похуже, и она вслух не может. When the officers asked her what nationality she was, they saw that she had some other blood. So the reason why she said she was Jewish, because she couldn't say that she was common, because Jewish was actually not as worse as saying that you were common. That was the reason why she said she was Jewish. Другая дочка из Мишлого брака, Рая Аконова, до 13 лет думала, она японка, кореянка или китаянка. Она думала, что она усыновленная дочка. Потому что она не слышала вокруг ничего калмыцкого. Она не знала, что существует калмыцкого. There was another witness, Раиса Аконова. Growing up, she did not know her nationality either. She always said that she was either Chinese or Japanese, and that she was adopted. She was not the blood child of her parents because she did not know her culture growing up. Обычно у калмыков кризис на едой был калмыцкий чай. Когда даже ничего не было, можно было поджарить булку, добавить воды, соли и что-то похожее на чай на обед уже есть. Coming back to the topic of the critical food at that time, which was it was a really simple dish to make. You just fry up some dough, add some water, and we have something that would be close to the time. Ну, в Сибири, где But unfortunately, crisis in Siberia for Kalmyks was по разным отчетам комендатуры и по воспоминаниям людей, именно в скотомобильнике и мясо падших лошадей помогало выжить в самые трудные времена. So, from the memories of butchers in that area, they were giving away meat of dead horses to Kalmyks so that they could survive on land. Как же можно было выживать в таких условиях,
всегда, когда ты плохо знаешь русский язык, когда твоя профессия скотовод здесь не востребована. How can you survive this kind of times when you're not even considered a human being, when you're not accepted into society, when you can't barely feed yourself and your children, when you can't do the work that you did your whole life? Like language, right? Russian language, is also very Для калмыков такой стратегией явилась лояльность государству и сверхусилия по адаптации в местное общество. So this strategy was to work hard and to prove to Russian state that they were good citizens. Примерно так же себя вели японцы. Японцы, выделенные из Калифорнии в 1942 году после Фуллбрайта, им было 120 тысяч, которых также лишь в собственности отправили по обвинению в коллективной вине, отправили в специально построенные лагеря в пустынные области Аризоны, Калифорнии. Well, the same strategy was used by the Japanese, which were also deported in California during Pearl Harbor. So those were hired as Kalmyks. Они также стремились доказать Соединенным Штатам, что они хорошие граждане. 62% из них были американскими гражданами. They were sent to build specially for them in deserts of Arizona. And so their strategy was to work hard and to prove to the American government that they were, in fact, good citizens as well. Не так же были поселены в неуютных бараках, но все равно контекст был такой, что они жаловались на принудительное меню. Сосиски три раза в день столовой. They were also put to old houses in the Kalmyks, and then they always complained about the food that they were fed, sausages, three times a day. Их оскорбляла бесплатная еда, и они жаловались на отсутствие сложных унитазов и стиральных машин. They were offended by the free food and that the food was free and that there was lack of washing machines and other house necessities. So everybody will enjoy some snacks. Let's take a little break.